Еще два сна про одноклассников, и, скорее всего, мы уже не будем где-то про них писать. Давай, вот как подтверждение. Марина Шаталова вам пишет. Снится, что сижу в зрительном зале, а на сцене одноклассники. Один из них в черной одежде. Когда зашла через несколько дней на сайт «Одноклассники», то узнала, что один из моих друзей умер. Вот смотрите, значит, сижу, а передо мной сцена, вот как компьютер. Компьютер – это сцена. Ты сидишь, а перед тобой как бы сцена идет. И одноклассники. Вот в одноклассниках и черные, именно вот в черной одежде. То есть черная одежда может символизировать или депрессивное состояние, или, может быть, покойника может символизировать в этом отношении. И через одноклассников она увидела это. Ну вот как бы подтверждается, что если человек сидит именно в одноклассниках часто, в соцсетях, значит, какая-то информация может приходить через одноклассников. Это как соцсеть. Дальше, Лен. Людмила Михайлова у вас спрашивает. Я не сижу в одноклассниках, мне нередко снятся мои бывшие школьные одноклассники. Ну, там тоже есть символ. Если вы не сидите в одноклассниках, значит, здесь идет, когда, что такое одноклассники? Это вы где-то проходите учебу, школьное прозвучало. Мои бывшие школьные одноклассники. Школа. Да. Что такое школа? Это когда вы просто обучаетесь в любой сфере. Это самое. Общеобразовательная школа идет. Общее образование. Вы учитесь создавать семью, вы учитесь контактовать с другими людьми, вы учитесь социальным законам, на улице общения. В общем, всего, что связано с социумом. И поэтому, когда снятся одноклассники, вы можете посмотреть даже какие одноклассники. Если там у вас идет конкретные какие-то одноклассники, посмотрите, как они учились. Это символ вам, как вы проходите именно обучение и насколько успешно проходите обучение в социуме, в тех сферах, которые могут показывать.